Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Друзья, всем привет! Как ваши дела? Как вообще настроение, а? Черт, вечно забываю, что вы не можете мне ответить. В общем, я надеюсь, что у вас там все хорошо, как и у меня. Ведь я все промышляю тем, что нахожу на бесконечных просторах этих ваших интернетов настоящих самородков и рассказываю вам о них. Хочется верить, что вам нравится. А если вдруг нет, так милости прошу в комментарии. Я с удовольствием почитаю критику от вас, самых лучших зрителей всего телевидения. Ну, все, вроде совсем разобрались, тогда пора скорее забивать в строку нашего поисковика имя героя сегодняшнего выпуска. И это имя – Никита Лакшин. Погнали! Я пою шансон кабацкий для тебя, а ты сидишь и смотришь на меня. По традиции начнем с сайта. Открываю и... ох, как ярко! На главной странице сайта размещены афиши с датами концертов и несколько фоточек ниже. Дизайн афиш, конечно, вводит в ступор с первого взгляда. И это, конечно, не проблема Никиты, но, господи, кто это вообще сделал? На афише к концерту 14 февраля уместились 7 человек, 5 видов шрифта и сердечко на фоне. Не хочу никого обижать, но такие афиши не делают уже лет как 25. А бармен несет тебе бокал вина, бокал легкого французского вина. И дребезжит расстроенное ля. Из раздела «Биография» мы узнаем, что Никита Лакшин родился в декабре 1979 года в городе Долгопрудный. Он является автором и исполнителем песен, а также композитором. Всю жизнь занимается творчеством. Некоторое время работал в офисе, но быстро понял, что такие будни не для него. Никита подписан на лейбл «Радио Винил». О, поняли? Все по-взрослому. Кстати, интересный факт о семье Никиты. Бабушка артиста – правнучатая племянница Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Конечно, это далеко не все. Раздел «Биография» очень большой, что, несомненно, является плюсом. Какому фанату неинтересно узнать все о своем кумире? А вот в разделе «Аудио» всего лишь 6 песен. Ну, что есть, то есть. В разделе «Видео» я хотел посмотреть клипы артиста, но нашел там только живые выступления. Это, конечно, тоже хорошо и интересно, но хотелось бы также насладиться красивыми планами и чистым звуком. Здравствуй, город, привет! Мы сегодня тебя поздравляем и желаем тебе добрых солнечных дней. Еще на сайте есть раздел «Афиша», который повторяет то, что мы видели на главной странице. И, разумеется, «Контакты», где я обнаружил мое самое любимое – бытовой райдер. Ура! Открываем! Что за ерунда? Нас перекинуло на какой-то другой сайт, и райдера тут точно нет. Никита, кажется, у вас тут неполадки. Срочно чините! Зато хоть есть ссылочки на соцсети артиста. Это хорошо. Эх, ладно, ставлю 4. Город наш, вот еще один день убегает. Город наш, мы становимся нынче мудрее. Погнали в «Контакт». Так, мы на личной страничке Никиты. 1700 друзей. Что там на стене? Ой. А на стене творится хаос. Стена артиста открыта для публикаций других пользователей. А значит, на ней полно записей фанатов. И в основном это поздравления с днем рождения. Висят еще с декабря. Сам же Никита выкладывает публикации катастрофически редко. Последняя публикация от него, не считая репостов, от 14 ноября,
в которой он сообщает, что вышла песня, музыка которой была написана им самим к спектаклю «Васенин» Московского камерного театра на Бутырке. Это очень здорово, но неужели с тех пор не произошло совсем ничего, чем можно было бы поделиться с фанатами? Эх, печаль. Придется ставить 3. Этот милый фокстрот, он сегодня хозяин танцпола. Этот милый фокстрот – фаворит довоенных балов. Ну что ж, полетели дальше. Фейсбук, встречай! Итак, вот страница Никиты Лакшина. На обложке он на сцене поет в окружении танцующих дам. Ну, в малине, короче. Друзей и 800 не набралось. Очень жаль. А на стене вообще что-то непонятное. Мне доступны только 3 публикации. Все они от 7 декабря. 2 из них сообщают об обновлении фотопрофиля и фотообложки, а 3 о том, что Никита начал работать в парке культуры и отдыха города Долгопрудного. Хм, непонятно. То ли здесь вообще больше нет публикаций, то ли они просто недоступны мне, так как мы с Никитой не друзья. Эй, знатоки, как этот ваш Facebook работает? Но вообще-то в любом случае все плохо. Либо артист совсем не занимается этой соцсетью, либо ограничил к ней доступ своим потенциальным фанатам. Что так, что эдак, выходит 2. Вот такая жизнь. Но что у нас впереди? Одноклассники! Пойдем туда. Черт, да что ж за день-то сегодня такой? Меньше 700 друзей. Никита, у вас тут не разгуляешься. Если так и дальше пойдет, я лишусь работы. Мои дети хлеба. А, у меня же нет детей. Фанаты, вы этого добиваетесь? А ну быстро все подписываться на Никиту. Правда, и сам артист не особо тщательно следит за своей страничкой. Обновляется она только за счет того, что другие пользователи отмечают Никиту в своих публикациях. А вот личные записи артиста, как я не листал стену, так и не обнаружил. Конечно, от этого я расстроился до глубины души и поставил одноклассникам 3. Станут тонким лучом путеводной звезды, мрак пронзаю мечом, а в душе только ты. Еще у Никиты есть YouTube-канал. Заглядываем напоследок. Подписчиков всего 9. Коллеги, мы его теряем. Срочно реанимация. Поклонники, надо спасать ситуацию. Все на YouTube. Никита, с вас новые видео. Аудитория, с вас лайки и просмотры и комментарии. Я ведь вернусь и все проверю. Самое популярное видео на канале называется «Песни из фильмов Гайдая». Там Никита представляет вокально-хореографическую композицию из набора песен из фильмов Леонида Гайдая. Это очень веселое видео, но отчего-то количество просмотров на нем неподобающее. Еще тут есть видео с программы «Поле чудес», в которой принимал участие Никита. Там он исполняет свою песню. Здорово, конечно, но все же этого недостаточно. Просмотры! Где просмотры? Так что пока YouTube получает 3. Ну что же, подведем итоги. Дорогой Никита Лакшин, вы прекрасный, энергичный артист. Давайте договоримся. Вы начнете правильно вести свои соцсети с красивыми фотографиями, будете регулярно постить что-то из вашей жизни и продолжать радовать поклонников. А я вернусь на ваши странички и проверю, как вы реагируете на критику. Я вам говорю, от этого выиграем мы оба. Гарантирую. Удачи вам во всем. Все получится. На сегодня все.
Ведите свои соцсети правильно и подписывайтесь на наши. Никита Лакшин, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей.